Hajib gives an update on the upcoming bout against Arman Tsarukyan. Islam Hajib told the media that he is going to show Arman some insane levels that he has never seen before, and he is going to be in the shape of his life. He is going to be the best fighter on that day. So we will hear from the champ Islam what he has to say about this bout against Arman. По поводу руки, как идет восстановление? После боя, ну как, болели кулаки, много чего болело, и как берем время, все заживает потихоньку. Но рука меня продолжала что-то беспокоить, и ЗЛ, МРТ недавно, и подтвердили, что есть частичный разрыв связок. Посмотрим, если смогу восстановить, если нет, то может даже придется оперировать. То есть есть сомнение, что ты 26 октября подерешься в Абу-Даби, да? Ну, под вопросом, еще не общались насчет боя. Я сейчас делаю реабилитацию каждый день и посмотрим, как будет рука. Ты к чему склоняешься, как ты думаешь? Просто вот на самом деле главный вопрос, наверное, выступит ли Ислам Махачев до конца года, в принципе. Ну, я очень хочу выступить до конца года. Планирую тоже, пока вообще мысли, что не выступлю, не было. Ну, хочу подойти в форме, подготовиться, чтобы ничего не беспокоило. Перед последним боем тоже было очень много мелких травм, как-то накопилось все. И хочу дать организму тоже восстановиться. Ну, я тренируюсь, держу себя в форме. Такой, процентов 40-50. Посмотрим, что будет. If Islam Hajib heal his hand quickly, we might able to see this bout between Arman and Islam at the end of this year. But if he couldn't heal his hand, we might see this bout at the start of the next year. There are a lot of more possibilities, so we are going to see Islam versus Arman. So make sure you are subscribed. Thanks for watching, and make sure you mention your thoughts. That's it. Subscribe.